Просто всякую хуйню ловить не надо, и все нормально будет. Да, тут. Вы так потеряете 10% фапа. Сейчас только выпил ашмаратосина. О, кошмар подавился. Сейчас дам. Че вам рыбу поставьте, бабу дайте. Там, когда много заходит, вы говорите, пожалуйста. Бля, что ты выдумываешь? Какая, как это узнать? Какая звезда? Какая, какой? Ну вот у меня троечка, у меня ромбик. Звезда у Сантея. У Сантея звезда. Ладно, мы с Сантеем. Друг друга захуярим. Чувак, дайте план.
все метки поотменяли. У нас варлок какой-то стоит в АФК, походу. А что он пьет? РДД, зайдите во внутренний круг. Не стойте там. Да не, хуйня какая-то. Дай массакр кого-то.
слабость. Мара, двигайся. Мара, двигайся, двигайся. Нет. Я ромбик отпустил, ты сказал, отпусти Делорус, я отпустил. Двигаемся, Шмара, двигаемся. Танка. Хильте, танка, боль. Где его хилит? Где он? Двигаемся, Шмара, двигаемся. У нас один будет. Три, два, один заходит. Двигаемся, Шмара, двигаемся. А вы новичкам-то рассказали о том, что тут перья есть? Надо их от них убегать к РДД, потому что мелики вообще похуй стоят, по-моему. Вы если хорошо проконтролируете, мы во время пула босса до момента его убийства вообще никто не умрет. Если вы все сделаете, вообще охуенно. Не, у нас сейчас один лог стоял, потом второй лог стоял. Ну что-то у них, видимо. Ну а нахуй вы эфир ловите еще, к тому же. На первом эфире просто половина пати бегала в эфире. Потому что им, наверное, не сказали, что отвернуться надо. Не знаю. Если бы эфир не поймали, Вайда бы не уронили, мы бы уже добили этого мелкого. Играл. Ну а что ты сам-то эфир поймал? Затыкал, бывает. Да, Анотис, много ненужной информации. Ты лучше это не анонси. Сейчас ты вообще все сказал, что нужно. Сейчас вообще ничего не анонси. В таком случае, когда уже перед маленьким адом в нее забегать, дамажить или что, или стоять, смотреть. Смотри на видео. Ты же видишь? А у меня загрузочный экран, это повис. Мне нужно перезайти, да?
Да нет, что-то синий экран вылетел все. Думаю. Комп прилогал. Ярости недостаточно. Перезагружаю игру, зависло в загрузке все. Голосование третий день не приходит, что за хрень, блин. Он от ожога умер. РДД, два шага назад. К центру ближе. Отойдите от босса. Да ёбаный в рот, хватит контролить в метке. Как долбоёб по рыбу бегаю, блядь.
внутри уже. От этого аккуратнее. Последнего 0,1%. Уйди, бань. Уйди. Слабость. Не, ярость. Мгновенные можно. Побежали с Маратосином. Подождите, теперь побежали. Будете? Одна лужа пока что. Сейчас крик будет уже скоро. Стопните. Бежим. Стоп. У нас два. Контрольте, у нас двое заходит. Прямо сейчас. Рейд, диспельте. Декурсите. Спасибо. Крик. Побежали с Маратосом. Пошел каст, перебежали, побежали. Быстро. У нас опять двое. У нас двое, один заходит, второй через 3 секунды. Заходит. Ой. Так, ребятки, с первого пень. Первого феникса надо всех сливать, а не оставлять, как сделал Чехвой. Побежали с Маратосом, побежали. Декурсить некому, да? Пускайте двоих. О, сейчас придержите, иначе мы все сдохнем. Локи, сдохните. Половина уже да тут падать надо уже. Войд, еще раз тебе говорю, с первого феникса элементали надо всех взорвать, не оставлять на втором. И это важно. Войд, сейчас, когда пул закончился, тебе надо бы это, во власть нашу идти. А то ты говоришь, вылупляются контроль, прям как наша власть про нас. Вылупляемся и сразу же нас в контроль. Коника... Да, забей. Шутку про правительство. Вопроим босса, возьмите его, пожалуйста, в запоминание, чтобы вы видели каст. На второй фазе вы должны сами видеть, я не должен это говорить, потому что... Я сбиваю весь рейд тогда.
Вы должны выбегать под стену и разливать лужу там. Вы сейчас разливали лужу. Да, потому что это место, где мы достаем двух танков. Если там разльется лужа, мы одного танка не достанем, он упадет, это вайп. Пожалуйста, разливайте лужу под стены. Под стенкой. Там ж Маратосин не убегал. Можно отжиться? Да я понимаю, но все равно. Или уже смотрите тогда, если я бегу, или он Холипал бежит, то Мордосина сразу беги за нами. Дайте Дживса, пожалуйста. Каску по локам еще дайте. Подожди, подожди секундочку, не пульте. Все, готов. Маленькое предложение. Будет развязать руки япончика, нонсет каст Феникса, а ты контроль. Давай, я перей просто по контролю. По ночью. А то ты уже заговариваешься, правда. Я ж не просто так подметил. Отправили Вайда на Феникс. Да нет, пускай он по контролю говорит. Он все четко говорит. Ему проще будет так. Просто представьте, с какой он скоростью головой крутит. Уважение достойно. В лужу встаньте, ребят. Рдуда. В лужу встаньте. Керс. Побежали. Блять, то сначала контроль даете без команды, то откидываете без команды. Побежали?
Ликурс. Бежали. Рахил. Рахил второй группа. Ребят, у нас перья ловят практически одни и те же люди. Ничего поделать. На полсекунды раньше выбегает. Побежали. Приготовились, побежали. РДД, встаньте покочнее, не надо так близко к боссу подходить. Вы лучше поймаете, вам пизда придет. Побежали. Давай, мы не успеем. Ну, давай попробуем. Ты курсишься тогда быстрее. Поднимите руку, это Айзека. Его найти не могут. 30 секунд у вас осталось. Беги, беги, беги. На ой, Айзек, беги. Режь синий, режь синий. Войт, я понял, что только крик и перья, ладно? Рассеянность. У меня усталость. Следующий феникс у нас с чем? Кас пошел. Побежали. Лучше сразу кидайте по возможности. Нет. Прохил. Кас пошел. Перебежали. Выйдите из лужи. Понятно. Понятно, понятно, понятно. Здесь встаньте, пожалуйста. Крик, отвернулись. Поймали. Падают. Перебежали. Перебежали, перебежали.
Крейг. У нас один. Один у нас. Сейчас будут заходить, сейчас заходят. Фир, фир. Фир. Кас пошел. Побежали. Побежали. Быстрее. Два стака. Крик. Пошел каст. Перебежали. Фир. У нас пятеро. Четверо, четверо у нас. Ребята, у нас четверо. Ну, контроль. Хуёво, фир. Это хуёво. Сейчас пятый будет. Сейчас умрём все. Да все, уже надо подать. Чё там, у нас танк просто в текстурах, там бесполезно. А чё в текстурах, кто куда? Ну, вот так вот, чё. Так не было ж такого, какие текстуры, откуда? Фир, наверное, поймал. Уже устаём. Сейчас рыбу поставлю. Альт F4 ты не понимаешь, потому что ты их не кидаешь. Кидай ты трапу. Лови пятого. Сам. Раз. Нахуй раз ему трапу это... кидать. Вот он, ему нужно будет быстро слить. Ну, если ему не... Элементаля. Не, он как отпустит-то? Не надо ему трапу кидать. Он просто пишет, что, что сложного кинуть, типа корни. Ну, значит, людям сложно, что-то мешает. Если тебе не трудно, помоги рейду. И не, не отвечай на глупые вопросы, просто вот и все. У элементалей, алло, блядь. Хороший ответ. Сопрота 6 минут осталось. Ну что с спаленной вагой? Да. Так у нас вон есть хил в третьей пути. У нас же Кирс есть. Дарта. Дарта можно использовать как 10% ап. Че, запутни или нет? Ой, хочешь там еще подсказку облегчить задачу? Как хочешь. Потравлюсь немного.
Вот именно, что его много, и они путаются, кому что давать. У нас получается, я Фрост новый дальний держу, и передние все в контроле, и никого не сливают. Я вообще не понимаю, что происходит. Типа становиться теми же глазами, донатить просто. Давайте. Конечно. Там очень многие донатят. Ничего не решают, просто не хотят ходить. Я жду, пока начнется закрываться нормально, и тогда будет ходить. Да, Кват правильно говорит, это же классика, ебать.